Итак, дорогие друзья, на данный момент мы с вами выяснили, то, что современный педагог должен быть лояльным, демократичным, эрудированным, продвинутым и, конечно же, стильным. Но и это далеко не все. Современный педагог просто обязан всегда быть в отличной форме. Ну, а как иначе? Ведь педагог — это не только учитель-предметник, но и классный руководитель. А он должен вести подрастающее поколение за собой. В поход, в театр и, конечно же, на дискотеку. Поэтому студентки педагогического университета регулярно занимаются спортом и хореографией. Благодаря этому они могут оставаться бодрыми 24 часа в сутки, чтобы в принципе своем и проверили на репетициях. И в совершенстве владеют навыками исполнения любых танцев. От вальса до мазурки. Сейчас они все эти свои умения вам и продемонстрируют. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Сегодня праздник у девчат.